Друзья, перед вами механизм по добыванию картофеля из земли, а проще сказать картофелекопалка, причем она транспортерного типа. Отличительной особенностью ее служит то, что в движение приводится весь механизм от колес, а сама копалка прицепляется к чему угодно, то есть к трактору, к мотоблоку, к автомобилю, к танку. Ну или, наконец, к лошади. Если у вас лошади нет, то можно, конечно, и к слону. Конструкция разработана где-то в середине 20 века. И даже несмотря на свой такой возраст, уже почтительный, прекрасно справляется с работой. Земля трясется, картофель добывается. Как видите, сама копалка работает. Ну вот, интересная конструкция.